О. Смотрите, если вы тут установите. Так. Если есть, то купите еще. Очень хорошо. Так. У нас есть два раствора, которых мы создали одинаковую кислотность. То есть одинаковую. Так, а этот уже. Понятно. На каком-то прошлом занятии мы с вами говорили о том, что растворы щелочей на воздухе постепенно концентрация щелочи в них падает. Почему? Помните? Сегодня мы тоже про это говорили. Почему? Еще раз повторите. Ну да. Ну для всех. Повторите, пожалуйста. Потому что в воздухе находится углекислый газ, который связывается с молекулами щелочи, и при этом образуют гидрокарбонаты, которые снижают щелочную среду раствора. Ну, часть щелочи, грубо говоря, расходуется на связывание с углекислым газом. Мы будем очень много с вами говорить про углекислый газ и вообще про всю эту систему. Но в данном случае в растворе идет очень нехитрая реакция. Углекислый газ берется непосредственно из атмосферы. Атмосфера у нас здесь присутствует постоянно. Потому что углекислый газ взаимодействует с водой. Что получается? Это процесс равновесный, это все процессы равновесные. Почему мы, собственно говоря, сегодня мы и занимаемся? Что получается? Да. Конечно. По сути дела, и редкий случай в химии, когда эта молекула является реально арифметической суммой этих двух молекул. Если их взять и слепить как снежок, то получится вот это. Этот процесс мы с вами разберем, он очень и очень несложный. Когда мы с барышнями готовили эти растворы перед занятием, интенсивность окраски была одинаковая. Сейчас она одинаковая? Нет. По-моему, тоже. Это говорит нам о том, что вот этот вот процесс за прошедшие 2 часа привел снижение концентрации щелочи, которую мы туда накапали, есть разница? Да. Как бы даже не перелил немного. Ну ладно, много не мало. Так. 3 стаканчика, пожалуйста, пришлите мне сюда. А, нет, не буду я это делать. Давайте-ка сами. Наверное, 50 миллилитров один, пожалуйста. Цвет окраски есть. Отлично. Так. Дальше. И на третий пост, пожалуйста. Так, в этом стакане у нас находится модельный раствор, слабенький раствор гидроксида натрия.
Но он был нам нужен не для того, чтобы продемонстрировать, как снижается концентрация щелоча при контакте с атмосферой. Хотя и для этого тоже. Это вы все увидели, что это действительно происходит. А теперь попробуем потетровать этот раствор. То есть изначально у нас была задача, перед нами стояла. Здесь у нас раствор солей, которые в итоге дают такую же кислотность, как и раствор чистой щелочи. Это было видно по цвету индикатора. Сначала мы сделали это под контролем pH-метра, который работает так плохо, что наши глаза, в общем-то, оказалось, работают лучше, чем этот прибор. Теперь ваша задача добавить столько кислоты, чтобы раствор обесцветился. Угу. То есть, грубо говоря, ну не грубо, а очень мягко и адекватно с научной точки зрения сказать протитровать. Так, титруем всегда на белом фоне. Сразу хочу вам сказать, что эти количества должны измеряться какими-то каплями. Да, поэтому можно поднять вот эту штуку. Без фанатизма. Тут главное не передавить, чтобы она не лопнула. Вот оно у вас произошло сразу. Вы видите, что раствор действительно? Ну, просто для того, чтобы эта реакция произошла, нужно было добавить совсем немножко. И вы добавили там 0,8, наверное, что-нибудь в таком духе. Наверное, потому что даже меньше. 0,7. Пожалуйста, да. И передайте соседям. Так, цифру запомнили? Друзья мои, цифру запомнили? Запишите, пожалуйста. Потому что сейчас вы будете добавлять дальше. И уже добавляете не от нуля, а от этого значения. 0,1 малярная ошибка. Так, сейчас вам перевяжу. Тоже наливать 50 миллилитров. Записали? Да. Угу. И что? 0,3? Супер какой-то. 0,3? Да, 0,3. Спасибо. Не будем доливать тогда билетки до нуля, да? Будем с учетом предыдущих значений делать. Еще раз выясни, пожалуйста, фиксируйте все результаты, да? Если надо чуть-чуть добавить или чуть-чуть убавить, вот это удобнее делать в пастеровских методах. Так, готово? Угу. Так, пожалуйста, вам. Угу. Давайте титруем по второму разу. Ну, смысл в том, да, что каждый бы своими руками попробовал. Угу. Вот, раскулачивайте это уже один. Подвиньте к себе. Самое главное, чтобы было удобно работать. Не тянуться, не съеживаться. Организуйте себе нормально рабочее место, и все будет хорошо. Ну давайте еще раз.
Очень удобно, когда один мешает, а другой добавляет. Спокойно. Стоп. Все, у вас уже сработало. А куда мы вот это я молодец, кстати. Надеваем. Обработаем, да? Ну, тоже где-то 0,25. Записывайте результат. И еще разик. Видишь, что ты сделал? Там капелька сейчас. Давай не капнет. Если все будет как капнет, то не капнет. Малейшее движение. Ты не дергай ее, она не капнет. Ну, плюс 0,3. Ну, ощущение. Сколько там? 8. Сейчас? 8. Прикрой сейчас, блядь, чтобы она все спрятала. Делаем так. Ты будешь так выделить? Так, ну что, вы уже третий раз делали? И кто-то человек должен был остаться еще не концентрованный. Спасибо. Все руками работали? Да. Где-то на крыше человек работает. Сейчас я не работаю. Сейчас вообще жди. Нет, стой, куда ты собрался? Нам нужно много. Сейчас все будет. А можно, пожалуйста? Мерную штуку. Мерную будет. Смотри, вот сюда до 50. Да. Подержи. Вот, да. Такие дела. Но я пипеточкой люблю. Ты будешь смешить, будет смешно. Ты собака. Успокойся, главное, успокойся. Куда с там выйдешь? Давай, Лена. Ну, куда ты не пойдешь? Давай. Какой танец такой? Вот ты звенела. Стой, ты придурок, нужна. Что ты творишь? Ну, вот видишь, ну, где ты пипеточка добавил? Ты же хотел бы пипеточкой отбавить, придурок. Там слишком много было, чтобы пипеточкой добавить. Я думаю. Он это сделал? Он все подставил. Мы вдвоем не можем. Слушай, ты просто отстал. Поэтому не можешь. Спасибо. Ну, нет, ну все. Там еще чуть-чуть. Ну, ладно, все по чуть-чуть. Теперь все. Так, ну что, по третьему морозу все готовы? Да. Нет. Так, хорошо. Сейчас у нас молодые гусары все доделают. А пока скажите мне, пожалуйста, результаты, которые у вас получили. Сначала три результата от вас. 0,7, 1,8. 0,7, 0,7 и 0,3. 0,3. 1,4, 1,8, 0,4 должно быть. Стоп. Стоянно. Так, вторая команда. 3,0,3,0,2. Все. Ну да. Так, тут готов результат. Она у вас, кстати говоря, берет и криво висит. Вот смотрите, вот с моей позиции она криво во фронтальной плоскости. Да. Где не только. Во всех плоскостях. А, это очень важно, когда мы смотрим на отделение на ней. Она вообще должна быть. Вторая у нас висит лучше, а третья, вот, по крайней мере, глядя отсюда, лучше всех. Самая равная. Ну ладно, скажите, сколько у вас получилось? 0,3, 0,3, 0,1. У нас тоже 3,0,3. Да. А там второй 0,25? Там между было это. Так, друзья мои, вот таким вот образом математически обозначается среднее. Посчитайте, пожалуйста, среднее арифметическое. Типа палочка сверху. Вот вам
все значения. Коллективный разум сейчас победит. Ну, 3 и 2 там уже. 3,2. 3 и 2 не может получиться, потому что у нас максимальное 0,7, минимальное 0,1. Значит, среднее явно между ними. Ой, я там без нуля. Получается 0,3. Так. 0,33. 0,33 чего? Конечно, миллилитр. 0,33 миллилитра чего? 0,1 Да. Чтобы не путать вас. Да. Вот теперь результат исследования у нас представлен более-менее грамотно. 0,33 миллилитра. У меня 0,37 получилось. А? У меня 0,37 получилось. Если все это сложить и разделить на 9. Сколько получилось? Пожалуйста, кто-нибудь еще повторите расчет. Второго знака, то 0,37. Вот такое количество деца малярной соляной кислоты у нас было затрачено вот в этой реакции нейтрализации. Реакция нейтрализации у нас была с чем? С гидроксидом натрия, которого было такое количество, чтобы создать в кислотной среде эквивалентную pH равно 9. То есть концентрация щелочи, именно гидроксида неонов, в нашей системе была 10 в минус 5 степени. То есть 1/100 моля на литр. И этого гидроксида натрия у нас было, поскольку отмеряли? По 50 миллилитров. Да? Поскольку это объемный анализ, мы всегда оперируем количественные объемы реагирующих веществ и их концентрации. Концентрация щелочи у нас была известна, поскольку мы готовили этот раствор. Объем его, гидроксида натрия, был определен, когда мы готовили. Это количество, объемное количество и концентрация тетранта у нас известна. Теперь перейдем ко второй части марлезонского балета. И добавим в стаканчики уже новые, чтобы не загрязнять. По 50 опять? Угу. Так, лаборант у нас Полина вторая. Вторая не по качеству, а просто по очереди. Ваша задача сделать так, чтобы во всех бюллетах было добавлено кислоты, и все наши научные сотрудники выведут бюретки опять на ноль. Вы добавляете, ну вот, выше нуля, короче говоря, чтобы можно было немножечко слить и вывести их на ноль. Выводите бюретку свою на ноль. Ну, слушайте, если вы уже переходите ко второму этапу, то давайте мы немножечко попробуем как-нибудь выровнять. Вот, по-моему, стало лучше. Да. Так, резинка здесь надета не случайно. Да, но я же тебе сказал, я не знаю, я просто... Я ему скажу, что...
Вот так, оп. Надо узнать его. Мне кажется, вызовут нет. Вот так. Да, было ровно на нулике. Все, сливать, сливать по капельке до нуля. И будет вам научная работа. Слушайте, хорош издеваться человеком, а? Взять бы нормально познакомились по-пацански. Построили бы. Мы гадаем. Ну, я просто ставлю себя на место Вани, и мне бы такие гадания были не очень приятны. Так, дорогие коллеги, бюретки у всех на нуле, проба у всех налита. Третий пост у нас молчит. Бюретка на нуле? Да. Пробу наливаете? Так, друзья мои, никакой экзотики нет. Продолжаем процесс, но с новым секретным ингредиентом. Да? Теперь мы точно так же титруем некий набор, в котором кислотность, то есть количество щелочи, была ровно такая же, как и в первом случае. В первом случае нам потребовалось чуть больше, чем 0,3. Так, потому что 37 на счете моей. Хорошо, 37 это 37. Я же не против. Теперь давайте начинаем титровать, учитывая где-то в подсознании то, что количество щелочи там такое же. Имейте в виду, что результатом титрования должно получиться устойчивое изменение окраски индикатора. Не то, что он высветился на секунду и обратно вернулся. Почему? Все так. Просто не надо на стол титровать, а? Все должно попадать ровно в стакан. Причем в стакан с пробой. И не на стенки на него. Так, вот на третьем посту там как-то подвижки есть? Вы видите? Ну, он виднее. Еще шучу. Ну, все одна капля будет. Я надоел. Мобильщатор. Открою вам секрет. Когда мы не знаем, сколько туда потребуется титранка, да, мы делаем первое пробное титрование на высокой скорости. И определяем примерно, сколько его потратило с точностью до полумиллилитра. Но зато остальные нам не надо будет по капле выливать с самого начала. Некоторые титрования у нас проходили сложно. Вот с той группы, которая сейчас на втором курсе, мы титровали одну очень хитрую смесь, и туда ушло 7 полных билетов. Да, да. Сколько? Здесь уж нет. В общем, раствора у нас достаточно много. Это же не значит, что 7 конкретно 7 стеклянных билетов было потрачено. Просто мы заряжали билеты. Она еще розовая. Ну, вот она... Ничего не работает.
А у них все получилось. Практически получилось. Все, но все равно сильнее. Ну, он уже сильный, он еще раз забирает. Ты мешал. Вот. Все равно. Ну, да. Плохо мешал, я лучше. Еще. На самом деле, здесь не надо ловить тот момент, когда еще сохраняется какая-то розовая тень. Я нормально мешаю, вот она мешает. Не хардинка. А то же пошло. Я слежу за цветом. В принципе, как это кровь качается. Но оно еще больше. Еще больше нужно еще. Смотри, сколько получилось. Ну, у вас уже на свой год. Через еще. Вот это 4,8. По расчету должно было потратиться около 5 миллионов. Практически. Ну еще раз. До сколько? До 4 мы не доползли. Меньше получилось? 3. У нас 3,9. До 4. До 4? Да. Потом посмотрим, как пойдет. До полчетвертого сейчас доделаешь. А, да. Записывайте результат. Да. Просто может у нас не до конца еще. То есть типа второй, да? Так. Друзья мои. А, можно, наверное, и так продолжать. Записали результат. Ой. Заливайте себе вторую пробу. Ну все. А, сокращайте. Нет, я еще раз заливаю. Совсем чуть-чуть дадите. Сколько дать? Так, все, можно опять. А, лучше, да, не сам. Уже почти. Ну все, уже следующий уже. Что следующий? Подождите, надо делать и этот надо. Что за индикатор, кстати говоря, мы используем? Финал. Конечно. Нужно. Ну, можно было. Можно фильтровать, там уже нет. Записывай. Лучше, конечно, каждый раз с нуля, но. Что? На вашу усмотрение. С нуля, вот вам, пожалуйста. Продолжаем. И что мы не получим? Да сейчас оно все получится. Ладно, все там должно получиться. Еще чуть-чуть. Пожалуйста. Я указал на 3 человека. Да, сколько? Вроде бы все. Все, ну вот я же можно записывать. 4 и 7. 5 и 7. Ой, 4 и 7. 4 и 9. 4 и 7 миллилитров. Второе? А где? Теперь получается нам можно. А, мы просто запоминаем. Да. Нам надо. Да, нам нужно. Да. Чтобы не просто нашить.
сразу. Слей это куда? А где? Плесни мне только мне. Слить? Класс. Вот это все. Давай плесу. И сюда же обратно наливать? Сюда же это обратно наливать? Сюда же обратно что наливать? Вот это. Да, да, да. Еще так, мне кажется, надо еще подлить эту. Зажечь кабу. Поднять? Подлить. А, подлить. Вообще поднять? И поставить его на то, чтобы убить. Если бы мы подлили, мы понимаем, сколько мы нужно. Можно титровать с того же места, можно доливать до нуля, как вам удобнее. Я хочу до нуля долить. Зачем до нуля? Мы просто до четырех. В смысле, зачем? Нам просто, мы же здесь визуально запомнили. Зачем до четырех? Нуля легче будет долить. От нуля нам вот до сюда лить. Ну вот до сюда. Мы сразу размешали все. Дурич, сказал вообще? Сказал, не подумал. Ну, разве нет, ты а просто сейчас поближе, где что? Потому что сам знаешь, что я не то сказал. Да. Что где можно подлить? Ладно, я пока отмеряю. Вот стаканчик у вас за спиной, написано H-хлор. Это тетрант. Так может просто до пяти? До нуля? Да, ноль. Тень сохранились. Ну, короче, пускай. Все, нормально. Вот, вот все, ноль. 4, 4, 4. Да ниже. Ну, видишь. А, все, будет. Вот, вот. Как я пожелал попробовать? Да, пикетки там лишь. Да, реально круто. Чувствуй себя. Чувствуй себя. А что, я не вела, что ли? Нет. Класс. Так, сколько нам нужно? Что-то у меня такое ощущение, что вам досталась просто текущая беретка. А вот из самого крана течет. У нас немного подтекает, да. Ну ладно, сейчас это на скорость сильно не влияет, но хотя, конечно, это нехорошо. Так, три раза потетровали? Еще два. Между очереди. Сказали тебе так. А я помню, что он что-то. Видно? Кто это снимал? Кто-то сливал. Кто? Мне кажется, нам маловато подвели. Она капает немножко. У нас да, выкапала. Все, так как она протекает, я полагаю, надо... Да, но надо... Свет, вам всегда пожалуйста. Хорошо. Марк. Что? По две капельки. Ой. Это по 4, по 5. Ты инвалид, останови капельки. Еще лей. Нормально? Нет, не нормально, ты на это больше.
Так, ну что, три раза? Да. Я вас поздравляю. Пожалуйста, не постесняйтесь озвучить общественности ваши данные. 4. Ага. 4,4. 4,4. Угу. Стоп. 4,9. Все, 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 оно. 4,7. 5,0. Угу. Какой ты оппонент? Вот, все. Великолепно. Так. Первый пост. Сколько? Вы уже второй раз, да? Да. 4,8. Сейчас. Так, ну предлагаю на этом завершить тогда практическую работу. Сейчас два слова. Так, ваши результаты, пожалуйста. Ну, 4,7, 4,8. Угу. Который ты знаешь? Так. Кто посчитает? Средняя? Средняя, так, сколько здесь? Нет, нормально быстро набила. 4,6125. Ты 61. Ну да. Так, и я себе зафиксирую. Угу. Ну, то есть в 10 раз, даже в 12. Итак, друзья мои, теперь я поснимаю себя любимого для того, для тех, кто сегодня не с нами. В чем же дело? Строго говоря, если мы рассматриваем эти процессы с точки зрения преданных фанатов гидроксида неонов, то обе системы практически одинаковые. Содержание гидроксида неонов и в первом, и во втором случае у нас одинаковое. Почему же количество щелочи, которое пошло на нейтрализацию этих гидроксида неонов, отличается на порядок и даже больше? Ваше предположение. А с чего готовили? М? С чего готовили? Одинаково абсолютно раствор? Нет. Не растворы совершенно не одинаковые. Угу. Вот первый раствор с гидроксидом натрия, просто который мы гидроксид натрия растворяли в воде. Угу. Добавляли потихонечку. Вот второй раствор. Раствор двух солей. Карбоната натрия и гидрокарбоната натрия. По сути дела, это раствор готовился по стандартной прописи карбонатно-бикарбонатного буферного раствора. Даже такой вот вам. И, наверное, дело в том... Ну, больше продуктов нужно ионом водорода связать. То есть там получается же гидрокарбонат растворяется, и потом еще карбонат, который как угольная кислота, который тоже... Ну, давайте посмотрим, что было там до добавления кислоты. Никакой щелочи сюда мы не добавляли. Откуда она тут вообще в принципе взялась? Из гидрокарбоната? Где здесь щелочь? Предваряя наши с вами последующие студии, хочу познакомить вас с концепцией сильных и слабых кислот и поведение их в водном растворе. Пока, чтобы вас не грузить, уже под самый конец занятия, да, мы даже закроем глаза на бикарбонат. Что такое, кстати, вот этот? Называется? Да. Бикарбонат. Да еще как? Это сода пищевая. Это просто сода. Сода каустическая. Да, еще да. При растворении, например, каустической соды в воде у нас происходит сразу несколько процессов. То есть, с одной стороны, это кристаллическое вещество. В воде должно растворяться. И, очевидно, давать нам вот такой состав ионов. Согласна? Да.
что такое катион натрия, всем хорошо известно. Что происходит, например, с хлоридом натрия в растворе? Он диссоциирует на два иона, на катион натрия и хлорида неон, которые великолепно себя чувствуют друг без друга и продолжают этот вечный отпуск, пока раствор не выберется. Угольная кислота. Угольная кислота – это слабая кислота, которая в растворе обратимо диссоциирует по нескольким степеням. По нескольким ступеням. Это диссоциация по первой ступени, которая происходит. Мы сегодня занимались вопросами химического равновесия, сложных математических формул, и поэтому эта цифра вас не должна напугать. Константа равновесия, вот эта реакция, равно такой цифре. Или, поскольку это равновесие реакции диссоциации по первой ступени, то это константа диссоциации угольной кислоты по первой ступени. Что означает? Что сильно диссоциируется. Там же в седьмой или в минус седьмой? В минус седьмой. Значит, слабо, очень слабо диссоциируется. Угу. Это говорит, что только несколько молекул из 10 миллионов, а точнее сказать, 4 молекулы из 10 миллионов в растворе будут распадаться на два иона. На ион водорода и гидрокарбоната неон. Но на этом история не заканчивается. Да? У нас происходит еще и диссоциация, по крайней мере теоретически возможно, диссоциации последующих. Но здесь дела обстоят, если тут-то они ни шатка, ни валка, то здесь все гораздо хуже. То есть здесь только 5 молекул из 100 миллиардов диссоциируют по второй ступени. Теперь понятна эта запись, да? Mm-hmm. Что означают вот эти цифры? Mm-hmm. Сначала они все пугают, но если вдуматься, то смысл в них очень и очень простой. Это просто соотношение диссоциированной и недиссоциированной формы. И предваряя наши следующие занятия, можно представить себе, что когда мы в раствор подаем некоторое количество, ну, в общем-то, достаточное, девушки, которые делали навески, видели, это было так, ну, пол чайной ложки на пол-литра, ну, в общем, достаточное количество карбоната натрия. Мы вносим в раствор анион угольной кислоты. Но мы знаем, что она очень-очень не любит быть в виде угольной кислоты. А ей гораздо больше нравится быть в виде гидрокарбоната. А уж если совсем по-честному, положа руку на сердце, то ей гораздо больше нравится быть недиссоциированной угольной кислотой, которая вообще отщепляет углекислый газ в атмосферу и остается просто вода. Поэтому у нас начинается интенсивно этот процесс идти в обратную сторону. Опять же, по принципу Леша-Трье, мы добавили свободных карбонат анионов, и у нас все, чем больше растворяется навеска нашей соли, тем все сильнее и сильнее давление, которое сдвигает. Да, происходит ассоциация. Это равновесие вот сюда.
Ну, я думаю, пока на сегодня мы на этом и закончим. Угу.